Пробка и массовый ДТП поездка на работу для автовладельцев этим утром оказалась настоящим испытанием. На проспекте Фрунзе в Ярославле случилось сразу несколько дорожных происшествий. На карте со спутника было отмечено четыре аварии. Из-за этого случился большой дорожный затор. Одни автомобилисты предполагают, виновата скользкая дорога. Говорят, проезжую часть обильно пролили, после чего на асфальте образовалась ледяная корка. Другие объясняют гололед ночным дождем.